Последней каплей для меня был момент, когда мой близкий друг заболел неизлечимой болезнью. Его семья была в растерянности. Его родители пригласили раввина, чтобы тот пришел, благословил его и помолился за него. И этот раввин потребовал десятки тысяч шекелей за то, чтобы прийти и исцелить его. Это просто сломало меня. Я не знал Бога, но я знал, что это не способ достичь Его. Я вырос в Бат-Яме. Вокруг моего дома было 5 синагог. И меня всегда удивляло, что люди целый год могли воровать, лгать, изменять, но на Йом-Кипур надевали кипу на голову, надевали талит, проводили 4-5 часов в синагоге, все такие святые, и прямо на следующий день продолжали свои греховные дела, возвращались к своей лжи и воровству. Я был человеком, у которого было много целей в жизни. Футбол, деньги. Цели, которые я сам себе поставил. Я не знал по-настоящему Бога, потому я желал всего, что, как я думал, предлагает жизнь. Я гулял с девушками, я гонялся за деньгами, я жил как волк. Я чувствовал, что жизнь сделала меня похожим на волка. И я решил почитать Новый Завет. Я помню, как набрал в интернете Новый Завет. И я думал, что найду истории про Папу Римского, Рождество, Санта-Клауса и другие подобные христианские вещи. Но я был очень удивлен, когда понял, что читаю историю про еврея. Здесь, в Иерусалиме, историю написано «евреями для евреев». Когда я начал читать Новый Завет, я был действительно удивлен, поражен. Все мы встречаем множество разных людей на протяжении жизни. Некоторые из них хорошие, другие не очень. Но в Новом Завете я наткнулся на героя, по отношению к которому просто невозможно быть равнодушным. Я читал Новый Завет, читал об Иешуа, о том, что исходило из его уст, и я просто не мог найти в нем ничего неправильного. Сам его характер настолько положительный, вне зависимости от того, верите вы в Бога или нет. Его характер настолько положительный, в него так легко влюбиться. Бог изменил мое сердце. Я был парнем, которого просто интересовали девушки, деньги, футбол, цели, которые целиком владели мною, которые были важны для меня. Но сегодня я работаю с детьми с особыми потребностями. Я люблю их, я хочу отдать им все и любить их так, как Бог полюбил меня и любит вас.